Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте! В студии с новостями республики Умар Тикеев. И вот некоторые события. 66 тысяч жителей республики к 2025 году обеспечат качественным водоснабжением. Карачаево-Черкесия вошла в топ-3 регионов по реализации проекта социальной догазификации. Все образовательные организации республики готовы к новому учебному году. В регионе появится первый молодежный проектный офис. Далее об этих и других темах подробнее. 66 тысяч жителей Карачаево-Черкесии обеспечат качественным водоснабжением до конца 2025 года. Активными темпами идет строительство Карачаевского группового водопровода, что позволит обеспечить чистой питьевой водой около 27 тысяч человек, жителей 11 населенных пунктов республики. Работы по строительству систем водоснабжения ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, в республике строят еще два объекта водоснабжения, которые обеспечат чистой водой жителей 15 населенных пунктов Хабесского, Абазинского, Адыгехабльского и Ногайского районов. Карачаево-Черкесия входит в топ-3 среди российских регионов по реализации проекта социальной дегазификации, поднявшись уже на вторую строчку в этом рейтинге. На сегодняшний день от жителей республики принято более 2500 заявок на догазификацию. Для половины из них уже выполнены строительно-монтажные работы по доведению трубы до границ земельного участка. А в 500 домов газ уже проведен. После старта этой программы в регионе оперативно была проведена адресная инвентаризация домовладений, подлежащих догазификации. В итоговый план-график вошло 79 населенных пунктов и 5630 домов, которые подлежат газификации до конца этого года. Комментирует информацию исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Рустам Эркенов. В этот рейтинг входит 14 показателей, начиная от своевременного исполнения заявки. То есть человек, когда пришел, подал заявку, по нормативке в течение месяца с ним должны заключить договор. Если этот договор не заключен, это нарушение сроков со стороны не «Газпрома», а регионального оператора газификации получается. Соответственно, рейтинг сразу падает. Буквально там несколько заявок, федеральный штаб это видит, рейтинг, соответственно, опускается. Обратная связь с гражданами, то есть в соцсетях, периодически возникают вопросы. На эти вопросы нужно оперативно отвечать, и, соответственно, это тоже мониторится. В совокупности множества таких факторов, оно как раз сказывается на рейтинг. Невозможно там быть в топе рейтинга, исполнив там какие-то 2-3 вещи. Там их очень много показателей, и они в режиме онлайн. Вот мы с коллегами, помимо там регионального штаба, еще такие рабочие группы создали по разным направлениям, в том числе там с коллегами, которые там приемом заявок занимаются, отработкой и так далее. Мы, соответственно, в этих микрогруппах решаем там точечно проблемы. В совокупности вот это взаимодействие нас, регионального оператора газификации, очень большую работу на местах проводят районы, у них тоже созданы рабочие группы. В Карачаево-Черкесии с целью своевременной и качественной подготовки к новому учебному году специальная комиссия провела проверку и оценку готовности всех образовательных организаций. По итогам экспертной оценки все образовательные организации готовы принимать школьников с 1 сентября. В первоочередном порядке члены комиссии проверяли выполнение требований пожарной безопасности, создание условий защищенности от террористических угроз, а также техническое состояние зданий и соблюдение санитарных норм правил. В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» за летний период был проведен капитальный ремонт в 20 образовательных учреждениях, расположенных в Абазинском, Адыгехабльском, Зеленчукском, Карачаевском, Прикубанском, Усть-Джугутинском и Хабесском районах республики. Еще в 5 школах продолжаются ремонтные работы, которые имеют 2-летний цикл исполнения и завершатся к концу 2023 года.
Активными темпами ведутся работы по строительству одной из крупнейших школ в Карачаево-Черкесии. Школа на 960 ученических мест возводится в рамках нацпроекта образования в селе Учкикен Малокарачаевского района. В новом учебном году будет введена в эксплуатацию новая школа на 165 мест в ауле Гюрюльдеук Усть-Жугутинского района, построена вместо ветхой постройки 1925 года. Об этом сообщил директор школы Азрет Барлаков. Между старой школой и новой – это две большие разницы. Естественно, это была постройка, как бы приспособленная для ведения учебных занятий. Но если взять те времена, когда не было никакой компьютерной техники, ну, довольно-таки как бы давали сносное нормальное образование. С течением времени возросла необходимость постройки новой школы. Вот об этом знали еще в 2001 году, начали только строить, потом оставили, уехали, потом еще приехали. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются работы по реконструкции моста через реку Джигута, расположенного на автодороге межмуниципального значения Усть-Джигута-Терезе. Это довольно востребованное и загруженное направление, а мост протяженностью 106 погонных метров имеет большое значение. Именно он связывает Малокарачаевский район с другими районами республики. Преобразование моста сделает движение безопасным, а вождение комфортным. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкесск «Автодор» Муаят Хутов. Новый мост будет более современный, нагрузкой более 200 тонн будет выдерживать. Будет 4 опоры, балки длиной 33 метра. Освещение будет на данном мосту. Этот участок будет соответствовать второй технической категории после того, как закончим реконструкцию. К мосту также у нас имеются подходы по 250 метров с каждой стороны. Они необходимы для того, чтобы сопряжение с мостом сделать более безопасным. В столице Карачаево-Черкесии после капитального ремонта вышло 20 единиц общественного транспорта. Из них 3 троллейбуса и 17 автобусов. Они уже обслуживают различные маршруты, сообщили в мэрии города. Как рассказали в транспортных предприятиях, работы выполнялись поэтапно. Сначала капитальный ремонт двигателя, ходовой части, коробки передач, замена резинового покрытия полов и так далее. Затем была проведена полная замена бамперов, внутренней боковой обшивки кузова и утепления, перешивка сидений и прочие работы. На заключительном этапе транспорт был покрашен в едином стиле. В Карачаево-Черкесии начнет функционировать первый молодежный проектный офис. Сейчас организаторы готовятся к его открытию, намеченному на конец августа. Его задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений, сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшолов. Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, то, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты. Это будет плюс республике, потому что все грантовые средства привлекаются в республику. В столице Карачаево-Черкесии появится дополнительная концертная площадка. В колледже культуры и искусств идет капитальный ремонт, в том числе полностью обновляют актовый зал. Планируется, что там будут проводиться концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Об этом рассказал министр культуры республики Зураб Агирбов. Полностью обновлено будет оборудование, одежда сцены, звуковое, акустическое. Все пространство здесь в актовом зале будет обновлено. Поменяли звукорежиссерскую рубку, поменяли полностью технику на сцене для того, чтобы можно было здесь, пока у нас не будет достроен драматический театр, пока не закончится работа, там, в центре города проводить крупные серьезные мероприятия. Этот зал немножко меньше зала в ДК городском, который находится на улице Гутикулова, но с учетом того, что он в центре, уже в ближайшие месяцы это станет нашей центральной площадкой. Помимо актового зала ремонтируется полностью холл, фойе. Мы предусмотрели новый функционал. У нас будет возможность отгородить учебный процесс от концертного зала на время проведения мероприятий. Соответственно, мы такой дополнительный функционал здесь сделали.
Черкесске продолжается благоустройство сквера имени Сергея Есенина. Комментирует информацию заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкесска Равиль Тикеев. В рамках реконструкции планируется замена всего плиточного покрытия, также замена лавочек, установка дополнительных мусорных урн, приведем в соответствие освещение в данном сквере и работы по озеленению планируются. В текущем году выполнен и выполняется большой объем работ. С февраля месяца начаты масштабные работы по укладке тротуарной плитки. Это 27 тысяч квадрат. На сегодняшний день уже 25 тысяч квадрат. Это 80% работ уже выполнены. Ведутся работы по уборке прилегающей территории, отсыпке газонов плодородным слоем земли. Также будут выполнены работы по замене тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Это по улице Набережной Угутья-Кулова. Работы уже начались. Все строительные работы мы планируем завершить до 15 августа текущего года. Продолжается прием заявок на конкурс по лучшему оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Черкесске. Он приурочен к столетию Карачаевой Черкесии. Принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Конкурс проходит до 20 августа, комментирует информацию начальник отдела по связям со СМИ мэрии города Армида Найманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект-победитель выбирали именно жители и гости нашего города, чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест 3. Первое место – это 100 тысяч, второе место – 70 тысяч и третье место – это 50 тысяч рублей. В эти дни в Республике Адыгея проходит выставка «Художники Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 100 лет государственности субъектов». Она включает в себя 100 живописных графических работ, а также произведения декоративно-прикладного искусства 70 авторов, известных художников Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Авторы выставки обращаются к разнообразным темам и жанрам изобразительного искусства, знакомят зрителей с уникальной и неповторимой природы Северного Кавказа, стремясь отразить характерные черты национальных культур. Выставка будет работать до 15 августа. С 26 по 28 августа в ауле Иконхалк пройдет праздник урожая Сабантой. Он будет приурочен к столетию Карачаево-Черкесии и 15-летию образования Ногайского района. Гостей праздника ждут народные спортивные игры, концерт мастеров искусств, смотр ногайских дворов, чествование тружеников сельского хозяйства, представители интеллигенции, спортсменов, а также различные конкурсы и розыгрыши, в том числе будут разыграны лотерейные билеты. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29-34 градуса, в горах местами 19-24. В Черкесске без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 33 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежитие, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист-экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21 17 25. Мы растим профессионалов!
Стань успешным и ты! Вы слушали Радио России «Карачаево-Черкесия». До новых встреч!